Хорош. Прям реально хорош. А, ну это он, получается, именно подыгрывает. Ну, хотя я думал, просто трек это именно они записывали. Мне интересно, он просто играл или же это прям группа типа? Или это коллаба. Ну да, или коллаба. Ну, играет он, да, тоже хорош. Ну ладно, давайте проверим, что там Штигли нарыл в этот раз. Мне же не кажется, что это актер из того жанра фильмов, где разговоры как в Обливионе и Скайриме. Да, где они там писюн в лесу обсуждали. Про Писюндровича. Да. Ты что там забыл, дурачок? Пол — это лава? Ладно. Вот это неожиданный поворот. Черт, эти экзамены, кто вообще хочет быть адвокатом? О, черт! Блин, я перепутала. Прости, вот. Поздравляю, мистер адвокат. Ну чего, нормально подготовилась, умничка. Чуть-чуть облажалась, но в любом случае, молодец такая, предусмотрела. Ну. Да и второй торт все равно съедать надо будет. Ну, она могла втихушку со второго торта там украшение, ну, просто надпись снять. Я думаю, в здоровых отношениях, которые понимают подколы и прочее, это вообще не важно. Это очень мило, я считаю. Ну ты, блин, даешь. Такая милая. Иди сюда. Прости, хочу вас предупредить просто по-дружески, по-соседски. Пожалуйста, не пользуйтесь местным туалетом. Там нет бумаги. Пожалуйста, не совершайте моих ошибок. Хорошего дня, сэр. Всего хорошего. Это что такое? Пап, какой именно крем от геморроя ты хотел? Пап, какого размера кондомы тебе нужны? Это что, вместе за все вот эти детские фотки на горшке, показанные друзьям и девушке, родителями? Хорошая идея. Замечательно. Я поискал Виагру, ее здесь нигде нет. Но говнюк все равно. Жизнь такая. Я такой думаю, хрена хрустнул. А потом, такой, подождите. Knock-knock and on heaven's door. Я даже не хрустнул, удивительно. Ты уже надевала это платье? Нет, не надевала. Оно очень удобное, кстати. Yeah. Классно смотрится. Мне кажется, что это из диванной коллекции, честно говоря. Серьезно? Ты правда это говоришь? Нет, потому что дизайнеры поработали и сделали платьишко. Миленько. Так мило надулась. Это, кстати, в общем, материал такой крупного плетения и клетка. Это, в общем, скорее всего, это платье а-ля или, в принципе, от Шанель. Вот, но эта фишка в том, что оно похоже на рогожку. Из рогожки часто делают диван, в том числе и в клетку. Ну, то есть, я же понимаю, это Шанель диванного пошива. Все-таки диванная коллекция, значит. Да. Шанель диванная коллекция. Получается, диван это высокой моды, да? Да. Скажи. Директор сегодня интересовался, откуда у нас в студии новый диван появился. Я еще подумала, чей-то он на меня присаживается. Ну так,
Теперь я поняла. Что это у тебя? Что за черт? Это мелочь! Что там еще? О! Конфетные фантики. Да, конфетные фантики и всякие штуки. Они надели на меня чехол. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я похожа на Бьонса. Прыжок, 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 смерть. Прыжок, прыжок, уворот, уворот через пирамидку. Налево, направо и как балеринка. Теперь в яму. Выпрыгиваем. Назад сквозь пирамиду. Паркурчик от бумеранга, большая кнопка. Сейчас раздавит. Но нет. Прыжок. Прыжок на платформу и вниз. Хрен тебе ноль. Кнопка. Направо. Налево. Расстрел. Большой расстрел. Зеленый расстрел. Надпись. Прыжок. Стена падает. Вверх. Еще вверх. 5. 55. Стрелка. Сквозь стрелку. Стрелка над стрелкой. Яблочко какого хрена? Пирамидка. Прыжок. Платформа. На себя. От себя. Стоим. Разбегаемся. Опять яблочко. Теперь наверх. А, блин, не успел, не успел, не успел, не успел! Да, эта игра была создана, чтобы игрок страдал. Скажи, что... Я так понимаю, это было Боши. Похоже на то. Господи, какая жесть! Такое можно пройти, если только ты наизусть уже выучил, но что это эта игра помогает тебе тренировать твою стрессоустойчивость, твою память и твою реакцию. Настя, тебе надо в нее поиграть. Или сделает тебе ментальный брейкдаун навсегда. Что-нибудь, и я сделаю из этого песню. Поехали! Я помню, вы видели или это, или подобное. Еще звук этот! Барбара, срочно вызывай священника! Во мне демон! Он почти меня захватил! Заткнись и скачи, как конь! Да, я ж не просто так котов чертями называю. Бегает, 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 такой забежал на кровать, улегся на плед, упал на бок и такой. Зачем-то? Или ну себя за ногу? Еще он так смотрит. Да-да-да. В этом году вы подняли себе зарплату на 30%. Вы единственный политик, кто так сделал. Скажите, неужели нет лучшего места, куда можно применить эти деньги? Ответ на этот вопрос его пресс-секретарь ему не подготовил. Ну, это все вопрос приоритетов. Посмотри, кто у нас там? Ты ее знаешь? Ты знаешь, кто это? Близняшки? Походу. После наркоза, судя по всему. Ну да, походу. Очень похожие девочки. Доброе утро всем, я здесь за своим другом Джоном. Отличное утро на Fox News. Оно начинается сейчас. Он зацепился. Утро на Fox News. Оно начинается сейчас. Многие люди ждали сиквела «Матрицы», и некоторые из них не от мира сего, честно говоря. Найджел, бегун. Бесточник, бегун. Агент Стивенс. Саймон, бегун. Фриман, 7:13. Я спрут. Куни Лингус присутствует. Франкель регистрирует фейковых участников городских собраний. Что насчет Аниты внутри Херовой? Или поддержать членов. Okay. Так. Кто-нибудь из этих троих здесь? Bulletproof Software представляет. Кого-то порвало там. Это как
А до читающего не дошло. До чего? До читающего. А. Ну, либо он в любом случае обязан зачитать все полностью. Да. Автор представляет. Шляприс. Это как Тетрис, но со шляпами. Что за черт? Вот не задача. Как же так? Я просто в шоке. Ай-яй-яй, как я зол. Блин. Тетрис. Глазик чешется. Крыша закрыта. Окна закрыты. Как? Почему? Почему? Считай пироженки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается их 6. Найла, посчитай пирожные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодец, правильно. Так сколько там их? 6. Ты же только что посчитала сама. Ну шо ты вот нет это? Нет понимания, у нее концепции счета, видимо. Походу. Причем сначала она посчитала 7 и где-то увидела 8 почему-то. А потом, ну, сказала 6. Да. Сейчас посчитала правильно, но тупит. Все, я больше не могу. Я дам своей собачке яйцо. Так, и в теории она должна понять, что с ним нужно обращаться аккуратно. Мадам... Да, да, да. Главное это, слишком горячей водичкой собачку поднимать. Не откупывать. Да. От яйца. Тушьтесь, тушьтесь. Мадам, тушьтесь. Тушьтесь, мадам. У вас ребенок кричит, мадам. Вот крикунчик такой. На самом деле я здесь не рожаю. Я просто показываю, каково это. Рожать здесь, в этой блице. Это вообще неудобно. Здесь ситуация грустная, что хоть слезы из глаз доставай. Вы посмотрите, где приходится рожать нашим матерям. Что это такое, блин? Абсолютно мертвая публика. Пипец полный. Публика не поддерживает. А, ты думаешь, у нас типа лучше? Там... Понятно. Поддержавшая исполнителя. Абсолютно мертвая публика, не поддержавшая исполнителя. Паренек притворился сосурить и проверил билеты. Это, конечно, грустно. Это офигенно! Я без понятия, почему в этой кафешке подают личинок Шайхулуда, но тут прям диетической колы вот к заказу не хватает. Дядя, чё ты улыбаешься? Как это жрать? Соус хотя бы можно? Выглядит прям епона мать, как ты наешься. Шалюха, бля! Это я харкнул в твой рот! Ты сосешь слишком много херов! Как много херов? Херов, как много ты пососал! Что ты сказал? Сука, пылесос! Ты веде... А зачем ты плюешь в реальной жизни-то? Дева, разве нет? Так, какой я знак, вы думаете? Мы думаем, дева или козерог? Ни то, ни другое. Близнецы? Нет. Блин, а вы представляете, если бы было так, что люди могли называть знаки, которым они не принадлежат? Вот ужас-то, представляете? И они называют те знаки, которые выгодны, чтобы манипулировать юными подписчицами и сосать из них все соки. Ты телец? Да нет, вы не угадаете мой знак, потому что мне плевать, какой он. Он никак не влияет на мою личность. Ты скорпион? Нет. Рак? Нет же, ребят, ну хватит предполагать. Я апрельский. Овен, ну точно. Моя мама тоже Овен. Чуть я не помню, чтоб я спрашивал тебя. Бля, понимаешь, до них не дошло. До последнего. До них не дошло, что ему насрать, и это вообще никак не влияет и ничего не значит. Это просто значит, что ты родился вот тогда-то. Все. Там уже звезды 100 раз сместились.
И вообще, как может положение небесных тел во время твоего рождения повлиять на твой характер? Это булшит. Я вот, наверное, скорее всего, в лучшем случае, лапа какая-нибудь скорпиона, если там что-то от него осталось в нормальном виде. Просто этот... Сейчас я прекрасно знаю, что сейчас опять это все говно набрало популярность, эти все гороскопы, эти всякие таро, нумерология. Ну засуньте их себе в жопу. Оно само началось. Что за черт? Выключайся! Вырубайся, блин! Заклинило. Нет! Не выключается никак. Жесть. Это не расизм. Еще какой. Если ты, черный чувак, пишешь мне смс-ку со словом на букву «Н», и у себя в голове я прочитаю это не расизм. Расизм! Блин. Больные, блин. А, ты же... В смысле? А то есть, а как он должен твою смс-ку читать? Логика просто отсутствует. Чё с чуваком? Пацаны, чё с ним? Сустав выворачивается, такое частенько случается. Из-за этого просто выглядит рука, как будто бы она не его. Ноги еще криповее выглядят. Да я знаю, там прям, типа... Это похож на феечку Винкс. Вот это вот выворот. Человек, я так не могу, меня не уворачивает. У меня только палец вот так выгибается. Представь, вот люди этого же стесняются, а в этом ничего такого нет. Ну, такой немножко боли. Хвастается он тут, хвастаться нечем. Да я знаю, что... Повышенная пластичность суставов — это патология. Ну, у меня палец, ну я же говорю, у меня вот просто выворачивается палец. Нормально он тебе выворачивается. У многих он просто типа вот так и все, дальше они типа не могут. Ну вот, это у меня максимально. А это... у меня видишь? Ну и чё? Я вернулся, сученьки. С этим плакатом не поспоришь. Мой батя так же говорил. Давай, проси ко мне. Тащите сюда Спайдермена. Будьте с ним нежными. Ну конечно, он же передом ползет, ему там бубенчики явно пощекотили. Сисюрити его завело. Разрешили заебить. Шевели задницей, господи боже. Что за группа? Фига, какой чел высокий. Танцует как сученька. Настоящий сексуальный гуру. Сделай мне одолжение, Спайдермен. Просто напейся вон там в углу сцены, потом все закончится, и я найду тебя. Чтобы продолжить с ним бухать? Походу. С мужиками просто пошли в бар, но потом все закончилось вот здесь. Если вы не собираетесь проводить вечер так, то даже не зовите меня. Что ты скажешь фанатам? Хорош. Какая жизнь. Мне не нравится эта игра. Хватит жаловаться. Я попала. Возможно, минус стена. Место женщины на кухне. Чувак, я прямо сейчас на кухне. Я не шучу, серьезно.
Как я могу вернуться обратно на кухню, если я уже на кухне? Переиграла и уничтожила просто! Ну и в чем он не прав, а? Свинка Пеппа! Свинка Пеппа! Пеппа, господи, что с тобой? Челу по кайфу, походу, просто. Или он под кайфом. Одно из двух. В кинотеатре после показа трейлера «Новой русалочки» я очень громко заявил. Никаких шансов. Почему никаких шансов? Здесь питон. Позвоните кто-нибудь куда-нибудь. Вот вы сейчас подумали, Штигли, что ты нам такое показываешь? Что это за кинематограф начала 18 века? Но на самом деле это самый маленький мультфильм в мире. Он снят путем передвигания атомов. Компания IBM засняла. Такие вот дела. Прикольно. Сегодня у нас Штигли исторический. Вот это вот, 70-й год, город Зост в Германии. И это первый в мире концерт электронной музыки. Выступает группа Kraftwerk, которая до сих пор функционирует. Они были родоначальниками этого жанра музыки. И очень забавно наблюдать, как люди реагируют на что-то странное. Сейчас бы хлопать электроники, да? Они сидят, хлопают и думают, а когда уже вокалистка выйдет? Когда уже движняк какой-то начнется? В принципе, я бы не сказал, что они реагируют отрицательно, просто как-то странно. Но, тем не менее, как вы видите, среди просвещенных лиц есть и прям тусовщики. О, видите, как трясут бошками. А до них потихоньку доходит просто. Сейчас подумал, что музыка больше напоминает речную оргию. Типа, собрались утки, селезни. Или оргию свиней. Одно из двух, я думал сначала, что это хрюканье. Оньк-оньк. Ну да, на утиную тоже похоже. И крякают. Осторожно, вот это очень кринжовое игровое видео, ретро-игровое видео. Мужик спрашивает, ребята, вы в Лару Крофт играете? Они говорят, ну да, она там вообще супер графика, как настоящая. Looks very good and very real, короче. Прям поверить не можем. И мужик такой, выпускайте бычка! Ясно. Обернитесь, ребятки. Вопрос, а зачем? Ну, я понимаю. Нет, не понимаю. У нее красивая фигура была бы и в обычной обтягивающей одежде. Зачем они именно латексную футболку на нее или боди натянули? Время такое было. Сосцы и там, и тут проступают, скажем так. Это ж Лара. Это она, посмотри. Посмотри. Пацаны такие, что делать-то? Мисс Лара Крофт. Мне понравился комментарий под оригинальным видео, где написано, что представьте себя, вы подросток, который даже еще с девочками не разговаривал. Пришли на телевидение. Подросток задрот. Да. Спасибо за донат. Спасибо. Это как моей подруге Стремеши написали в комментарии, шла бы на завод работать, а то сидит тут мне, играет сюда хохочет. Она спросила комментатора, а вы работали на заводе? Я вот, например, да. И мне не хочется туда опять в ответ. Ступор. Да-да-да. Ну, блин, сколько мне сколько это в комментах писали, да, идите работайте и прочее. Даже когда еще мы оба работали. В это время мы оба работаем, и ролики делаются в свободное время от работы, и ты такой, а как жить эту жизнь? Че, не треугольник? Представьте себя, вы подросток, который даже еще с девочками не разговаривал. Пришли на телевидение, на вас камеры наставлены, уже стресс. А тут еще и баба в латексе выходит. Это был исторический день, когда эти парни поняли, что есть кое-что интереснее игр. Куда сегодня поедем? Вот тебе деньги на бензин. Да не надо мне. А ну заткнись, закрой рот. Да не нужны мне твои деньги. Мне глубоко насрать, что тебе там надо, а что нет. Это деньги на бензин. Ну и правильно. Похоже, этот способ позаботиться. Ну типа, ее право. Чтоб ты меня возил. Хорошо. Еще как. Ну да.
После завтрака куда мы с тобой поедем? Можем ко мне домой заехать, там потусить. Звучит отлично. На, деньги забери. Слышь? Не надо. Мне все равно, я сказала. Я богат. Ну что ж, я тоже богат. Так что заткнулся. Либо резку прикрыл. Люблю тебя. Я тебя тоже, засранец мелкий. Это мило. Опять они? Да. Привет, девушка-красотка. Тебя легко найти в толпе. Если ты мне ответишь, я дам тебе свой номер. Но если нет, меня ждет план Б. План Б — это я. Если ты не захочешь, его трахну я. Я надеюсь. Я вспомнил эту доску Руди. Убить, трахнуть. Чувства бэкнут, а не то меня тут трахнут. Можно мне твой номер, плиз? У меня есть парень. Она такая, ну у меня теперь тоже. Уговор есть уговор. Это все, что ты у меня набрал? Да. Назови причину, я дам тебе все это бесплатно. У меня день рождения. День рождения? Сегодня твой день рождения. Сколько тебе? 65. 65? 6, 7, 8, 9. Держи, брат, с днем рождения. Ты заслужил это. Спасибо, сэр. Эй, О, как-то мило. Думаешь, у папы смешные видео? Как думаешь, видео, которое снимает папа, я, это смешно? Даже? Ну, у нас тут Кларк, Скотт, Джон, Джеффри и Аллен. Джон, Джеффри и все остальные. Скотт и Джеффри приехали к нам сегодня в гости. Они поселились недалеко от нас в своем крутом доме. А еще мы тут сидим, играем в настолку и объявили, что принцесса Диана попала в какую-то аварию. Не то чтобы мы сильно прям за этим следим, просто включен телевизор без звука. 2 часа назад произошло событие. Кто побеждает? Аллен, конечно. У Аллена 69 очков, у Кларка 89. Вот карточки Джеффри. Если на мои посмотрите, сразу отыграетесь. Телек кто-нибудь смотрит? Чей сейчас ход? Что чей? Ход. Давайте быстрее, а то ребята уже начинают заговариваться. Посмотрите, надпись поменялась. Принцесса Диана серьезно пострадала. Добавили слово «серьезно». Это не очень хорошо. Они постоянно обновляют новости. Принцесса Диана серьезно травмирована. Ребята, позвольте спросить, если бы не это ужасное событие, что бы вообще показывали CNN? В мире вообще больше ничего не происходит. Лучше бы Ларри Кинга повторили. Обстоятельства так сложились, что похоже, что я проиграл. Ты это записал? Вот так это все и запомнят. Я думаю, ты отыграешься. Принцесса Диана умерла. Черт, она погибла? Господи, где пульт? Я так понимаю, все было в таком шутливом виде и прочее, потому что они не думали, что все настолько летально. И печально, потому что новости любят все утрировать и прочее. Преувеличивать. А в итоге...
Как обидно, она уже не была частью королевской семьи, и все равно не могли оставить в покое. Ну, чем это закончилось? Спасибо за просмотр. До скорого.